покажите человека, и он такой... После нее я услышал Касымбаров вон из класса. У нас сегодня певица, актриса Каниза. Здравствуйте. Братан, ты видел, как она на меня посмотрела? Всем привет, здравствуйте, добрый вечер, ваши аплодисменты. Ну и по традиции, друзья, у нас сегодня супер-мега-известные личности, гости. Вместе с нами Анвар Джураев. Здравствуйте, привет. Где вы, куда вы пропали? Что с вами? Я везде... Это точно ли вы? Я уже забыл, как вы выглядите. И это я немного постарел, правда. Но это я, да. Я везде. Я в Казахстане, в Москве, в Узбекистане. Сейчас вы пропали, работаете в Казахстане, в Алмате, и мы с вами снимаем шоу в Ташкенте. Где логика? Ну, сейчас вы живете в Алмате, да, верно? Да. Ну, выучили же что-то, пару слов по-казахски? Обязательно. Что? Вот самые важные слова, если вот я приехал в Казахстан, вышел с аэропорта, и что мне нужно знать? Вот основные... Давайте сделаем 3 слова по-казахски. Калайсын баурым. Ага. Сразу зауважают, сразу. Скажут. А, вот он секрет успеха, скажут, да, вашего? Все, свой чувак, таксист довезет вообще... За полцены с аэропорта. И даже если это с акцентом скажу, по-моему, не за полцены, а за 5 цен довезет. Видимо, так и было. Ну, вообще, вот какие планы на будущее? Собираетесь, может быть, делать свою карьеру мегазвезды здесь у нас, в Узбекистане? Планы может глобальные вообще. Ну, расскажите, если не секрет. Правда, приятно будет услышать о ваших планах. Ну, я немного раскрою нашу последнюю песню, которую мы сейчас делаем. Она будет называться «Мен Узбекман», и она будет охватывать узбеков всего мира. Мы планируем снять клип в Париже, в Америке. Но мы планируем, чтобы они нам снимали и отправляли. И клип будет состоять из фрагментов, где узбеки наши будут говорить там: «Мы узбеки, там, за узбеками, за париждан, там, салам», или там «Нью-Йорк, там, салам». Короче, мы будем делать такой гимн узбеков, «Мен Узбекман» будет называться круто. Песня. Друзья, это достойно аплодисментов. Очень круто, это правда. Это будет очень глобальный проект, и он будет охватывать всех узбеков всего мира. Отлично. Это Анвар Джураев со своим бизнес-проектом «Как сделать клип со всего мира, но не ехать в другие страны». Можно просто попросить, и тебе вышлют видео. Спасибо большое, Анвар Джураев. Ваши аплодисменты. У нас сегодня певица, актриса Каниза. Здравствуйте. Во-первых, как у вас дела? Как у вас творчество развивается? Расскажите немножечко об этом. Может быть, тоже о планах на будущее. Насчет планов, конечно, они, конечно, бесконечные. Ну, вот самое важное, у вас есть какая-то цель, вот главная ваша цель, вот к чему вот вы идете? Ну, конечно, цель дохолесе, как говорится, получить заслуженную дохолесе. Да, это стоит аплодисментов. Я уверен, что у вас все получится. Я знаю, у вас есть сайт kaniza.uz. Я недавно на него заходил, хотел посмотреть информацию, прочитал очень много информации. Вот я сейчас дословно прочитаю. Хотя мне кажется, что там уже давно бардак. Нет, там не бардак, там очень все лаконично. Там написано «This site does not exist». Ошибка 404. Да. Вот я о чем говорю. На самом деле Каниза — это один из тех представителей шоу-бизнеса, который действительно поет вживую. Стараемся. А сейчас я хочу, чтобы вы это доказали. Вы же споете нам. Споете нам без каких-то там минусов, плюсов, фонограмм и так далее. Вот прямо сейчас вашу любимую песню. Есть у меня такая песня. Так. И я думаю, что находящиеся в зале красивые девушки, я думаю, что знают эту песню. Ага, а некрасивые как вы бы... Вы можете меня... Вам можно выходить. Вы меня можете поддержать. Не обязательно быть красивым внешне. Красивой надо быть душой. Все, мы просто готовы. Вы заинтриговали, все готово. Давайте под аплодисменты. Каниза поет вживую абсолютно. Пожалуйста. Кайфиятым бугун алон, гюзаллике калбам шайдо, кимге дур эмас озымге, булайын бугун мен фидо, сочларымге бирай безак, сылктып дурсын елвезак, шукунин чырайлиге хам, бізчелік болмаса керек.
Спасибо. Каниза была у нас сегодня в гостях. Спасибо огромное. Просто великолепно. Спасибо. Следующий резидент стендап-шоу доказывает, что женский юмор существует. Индира Мифтахова. Всем привет! С вами Индира. Наконец-то опять с вами. И стендап — это, опять повторю, чисто женское. Вот поэтому наговоримся, говорим о проблемах, обо всем. Моя подруга недавно рассталась с парнем, и хорошо, что она предчувствовала. Поэтому заранее, за неделю до расставания, нашла другого. Повезло, как говорится, да? И вы знаете, я открою секрет. Вот когда стендапер выходит и рассказывает про какого-то друга, который опозорился там где-то, да? И говорит, вот мой друг опозорился. Это не друг. Это он. Ему просто стыдно рассказывать. Ну, в общем, моя одна подруга опозорилась недавно. И вот я смотрю, так много звезд. Они все поют классные, да? И вот меня бесят те, которые еще не звезды и строят у себя звезд. И когда спрашиваешь, что вы для этого делаете? Она говорит, мой продюсер для этого делает все. Вчера в Махале по 2 килограмма сахара раздали. И так как парней больше, немного о вас, да? Вот некоторые парни строят из себя мачо. Вот конкретно сидела в ресторане, парень такой долго смотрел, в итоге подошел и говорит, а вам не кажется, что наши взгляды слишком часто пересекаются? Я говорю, вы правы. И я очень рада, что вы наконец-то подошли. А теперь примите заказ. Мне один греческий. И он такой, а вы на диете? И вы знаете, вот это, а вы на диете, то же самое, что, а ты полная? Да, я полная. И вот, знаете, меня бесит, вот я, все говорят, что я полная. Вот, парень, вы считаете, я полная? Он кивает головой. Станьте вы, да, странник, пожалуйста, я вас узнала. Станьте. Вот, смотрите, что вы понимали, мы не полные, это вы слишком худощавые. Часто есть еще другие парни, странник еще молодец, который понтуется. Вот один раз такой немножко подкачался и автоматически майку на размер меньше покупает. Вот прям жмет, да? Немножко бицепс такой виден. И знаете, вот у меня друг, я ему подарила майку, и на размер меньше. И он такой мне говорит, да, она мне маленькая. Я говорю, в чем проблема, подкачайся. Он такой посчитал, говорит, 500 тысяч, там тренажерка, 30 тысяч майка. Не, на, говорит, это тебе. Я говорю, мне она точно мала. Он такой, в чем проблема, похудей. И вот согласитесь, мы девушки на самом деле романтичные. Вот если согласны похлопать, вот мы романтичны. Мы даже признаемся в любви парням. Ну вот как выходишь замуж, все, конец этой любви, да? Не признаемся в любви. А почему нет? Давайте удивим. Как-нибудь муж придет, и ты такая в калатике, такая с чайником, и бать, ему в любви признаешься. Вот я даже покажу, как это примерно будет. Дорогой, я давно хотела сказать, волнуюсь, но скажу. Знаешь, когда я первый раз увидела, как ты решил сам покормить нашего сына, я сказала, да, это он. Он отец моего ребенка. И я поняла, что я сделала правильный выбор. Я поняла, когда вчера на ужине ты кушала и говорила, дорогая, как вкусно. Хорошо, что мы пошли в ресторан. И знаешь, я ценю тебя. И Range Rover ни при чем тут. Я ценю тебя. Ну, в общем, я хочу сказать тебе. Я тебя... Алло, Светик, что случилось? Опять? Опять этот козел, да? Мне хорошо, что ты с ним чувствовала и рассталась за неделю до расставания, да? Я тебе говорила, Светик, с парнями только дружим, а любить будем мужей. Спасибо вам большое. Любите своих мужей. С вами была Индира. Итак, взрослый юмор. Тарас Косымбаров. Здрасте, здрасте, привет! Ребят, такая ситуация, да, вот я занимаюсь стендапом, и недавно меня пригласили в мою родную школу, чтобы я поговорил с ребятами, ну, творческая встреча с учениками. И вот я боюсь, я реально боюсь, вот чему я могу их научить?
Вот меня спросят, а как вы начали заниматься юмором? А вот первая моя удачная шутка, вот после нее не было аплодисментов. После нее я услышал Касымбаров вон из класса. Я начал уходить из класса, учительница мне вслед. И завтра хочу увидеть твоих родителей. Я говорю, я вам фотку принесу. Серьезно, чему я могу научить ребенка? Чего я могу посоветовать? Я даже нормальную работу себе не мог найти, да? Я один день даже официантом работал. Там были такие ужасные клиенты, да, вот это была кофейня. Ко мне подходит один клиент, говорит, вот смотрите, у вас тут имбирно-лаймовый напиток, да? Вот он из чего? Я подумал и сказал, что из баранины. Меня подзывает другой клиент, говорит, вот у вас тут вегетарианский сэндвич. Вот он вообще без мяса? Какой ответ он от меня ожидал? Там, типа, чуть-чуть. Там, чуть-чуть говядины. Ну, вы не волнуйтесь, это была плохая корова, ее никто не любил. Она сама говядину ела. Есть люди, которые дают абсолютно ненужную, несвоевременную информацию. Да, вот недавно стою в магазине, да, выбираю пельмени, взял упаковку, спрашиваю продавца, говорю, а сколько в упаковке пельменей? Он такой, 27. И мужик из очереди такой, 27? В 27 лет погиб Курт Кобейн. Как мне жить с этой информацией теперь? Я теперь пельмени пересчитываю, понимаете? Если пельмени 27, у меня в голове начинает играть Нирвана. Спасибо большое, приятного вечера. Ягона сегодня у нас в гостях. Здравствуйте, привет, привет, как дела? Салам алейкум. Слушай, рад вот тебя видеть. И из всех песен выбрали именно эту. А я не знаю, что за... Это твоя песня? Ой, Ботя, Ботя, мой, вот. Вот, вот он знаешь, вопрос. Что это вот... значит? Что за Ботя? Кто это такой? Честно тебе сказать, я вообще в шоке. Ты, вот, а ты представляешь, вся республика в каком шоке, когда услышала эту песню? Не, подожди, почему в шоке? Я тебе объясню, почему. Давай. Потому что эта песня, это вообще подарок. Эта песня просто подарок, ну, которая подарок. Как бы была, ну, как бы адресована Боте. Ну, это просто... Это твой подарок Боте. Это мне подарок? Так, подожди. От Боти. То есть Ботя подарил тебе песню, которая адресована ему? Нет, это был не Ботя. Вот в чем и загадка, что это был не Ботя. Ну, в общем... У тебя есть другие песни? Ну, ты, наверное, прочитал, как я... Самый яркий момент твоей биографии — это супер-мега-клип на песню «Касабланка». Давайте посмотрим на экран, пожалуйста. Можно будет включить это просто... Супер-мега? Да, это шедевр просто. Можно будет включить, пожалуйста, отрывок? Касабланка, даман, Касабланка, да! Ну да, я босиком. Все, вот здесь можно остановить. Я тебе открою один секрет. Давай называть его Ботя. Есть какой-то Ботя, который украл твою песню и сейчас где-то в Европе, колесит по Европе, по европейским свадьбам, и с твоей песней зарабатывает огромные деньги. Да давай, давайте, да, давайте посмотрим, давайте посмотрим. Али, али, али. Стоп, можно остановить, Шап пожалуйста? Шапки вас! Вот, да, вот так выглядит этот Ботя, я так понимаю. Не, ну он немножечко, если он был бы в тюбетейке, были бы похожи. Слушай, ну как-то же можно сделать так, чтобы, ну, не воровали у тебя песни в гильдию авторов-исполнителей да обратиться? Да невозможно, ты понимаешь? Почему? Да почему наше узбекское творчество по всему миру просто? Я вот не понимаю это. Друзья, сегодня Ягона с нами. Это... Просто мега-певица. Спасибо большое, что пришла. Мы всегда рады. Приходи, приходи. Спасибо. Спасибо. Постоянный резидент стендап-шоу Озот Шукрулоев. Привет всем. 3 месяца назад я женился и после свадьбы набрал 5 килограмм. 5 килограмм. И вообще только у нас парни набирают сразу вес, потому что съедают все, что осталось после свадьбы. У меня была свадьба, и вот все меняется, все меняется. Вот честно, вот девушкам хочу дать совет, и парням тоже. Вот не встречайтесь, не любите. Сразу женитесь,
Потому что если вы сразу женитесь, вы по-любому будете любить этого мужчину, если он даже будет обезьяна. Честно, потому что не с чем сравнивать. Он может просто рыгнуть после еды, и вы такая, ну, значит, так принято. Значит, так должно быть. Жена иногда обижается, когда я к друзьям иду, там, в неделю уже второй день, она такая, снова к друзьям, снова. И я думаю, вот я же тебя один год знаю, а их знаю 7 лет, и они никогда не говорили, снова к жене, ну тогда не возвращайся. Я для тебя PlayStation здесь сделал, понимаешь? Ролтон приготовил для тебя. Иди к своей жене. И вот недавно у меня один друг сдавал в театральный, и творческий экзамен он сдал на 4. И все такие, молодец, молодец. Из 75 баллов. Вы представляете, вот каким нужно быть актером, чтобы получить 4 из 75? Я представил этот экзамен, типа, покажите верблюда, и он такой, и показал экзаменатор, вот. Просто понимаете, это такие люди, которые не могут показать даже человека. Покажите человека, и он такой, вы даже на человека не похожи. И недавно понял, что я достаточно страшный, потому что у меня в студенческом печать стоит прямо на лице. Честно, у меня 7 лет, я еще в медицинском учусь, представляете, с таким документом ходить просто. У меня в 7 лет было на половине лица печать, а остальное не видно, потому что печать размазала. Я так и представляю, как замдекан мне печать ставит, он такой... И в следующий раз хочу сфотографироваться вот так чуть-чуть. Ну типа, вот здесь будет печать. Спасибо за внимание, это был Азор Шкурлоев. Постоянный резидент Павел Ким. Всем здрасте. Добрый вечер, здрасте, да, можно. Недавно с другом были в городе, сидели на скамейке, и он говорит, смотри, какие две девчонки прикольно идут с собакой, как делить будем? Я говорю, так, собаку я беру на себя. Девчонки твои, забирай, они меня не интересуют. И просто на самом деле очень сложно познакомиться, спонтанно познакомиться с девушкой, когда у тебя плохое зрение. Ну, то есть не будет такого типа, братан, ты видел, как она на меня посмотрела? Потому что я не видел, братан, она меня смотрела, я... Я понимаю, что вот не мне вам такое говорить, но сейчас я вам раскрою глаза. Смотрите. Люди с плохим зрением — это самые ужасные, самые циничные люди на всей Земле. Потому что мы, люди с плохим зрением, пользуемся вами, людьми с хорошим зрением. В следующий раз, когда вы будете стоять на остановке, и вас спросят, не подскажете, какой автобус едет, а то я не вижу. Вы скажете 58-й, вот знаете, вами воспользовались. Потому что ну, нам просто лень, серьезно, нам просто лень напрягаться, нам лень доставать очки просто. На самом деле это все не со зла. Я недавно с друзьями сидел в одной кафешке, и я говорю, слушайте, ребята, это случайно не Игорь сидит? Очень похож, я просто отсюда не вижу. Они говорят, ну иди, подойди, посмотри. И вот как они это себе представляют? Просто чтобы мне увидеть его, мне нужно будет обойти весь зал, вот так вот. Подойти к нему. Начинать его рассматривать, знаете, так это... Потрогать его за лицо. А потом сказать, это не он, ребят, это не он. А Игорь такой, вообще-то это я. Вообще-то это я, ребят. Интернет, ну, знакомство в интернете — это очень опасная штука, потому что, ну, неизвестно, какая девушка придет на свидание, да? Вот я один раз познакомился с девушкой в интернете, и вот на свидание пришла такая вот, ну, не худая, скажем так, вот. Не то чтобы не худая, но вот полная, вот. Ну, не то чтобы полная, но вот. Ну, вот как вам объяснить, вот. Говорят же, на каждую кастрюльку найдется своя крышечка. Вот. Вот на такой казан нет крышки, понимаете? Вот. Вот как вам объяснить? Вот если она одна сядет в пустую маршрутку, водитель скажет, полная набралась, поехали. Вот. Как вам объяснить? Вот. Ну вот жирная она была, понимаете? Вот все просто, понимаете? Я недавно, кстати, по телевизору смотрел социальную рекламу. Там ребят заставляли звонить своим мамам и говорить, что они их любят. И это была очень милая реклама. Они, то есть они звонили и говорили, алло, мам,
привет, я тебя люблю. Я очень сильно тебя люблю, ты самое дорогое, что есть у меня в жизни. Это было очень мило, потому что мамы отвечали: сынок, доченька, я тоже тебя очень сильно люблю. Они плакали. Это было очень мило, но неправдоподобно. Давайте будем честны друг с другом. Если ко мне на улице подойдет съемочная группа и скажет: позвоните маме, будет такое. Я позвоню и скажу: алло, мам, привет, я тебя люблю. Я не поняла, сынок, с тобой все в порядке? Я... Все хорошо, сынок? Мам, все нормально. Я просто хотел тебе сказать, что я очень сильно тебя люблю. Я не поняла, тебя взяли в плен и требуют выкуп? Я не заплачу, сынок. Я... Нет, мам, все, никакого выкупа. Я просто хотел тебе сказать, что ты самое дорогое, что есть у меня в жизни. А, я поняла. Тебе что-то надо, да? Тебе что-то нужно, серьезно. Нет, все, мам, ничего не нужно, все, пока. Но она где-то через минуту перезвонит и скажет: ладно, сынок, извини, я пошутил, я все понимаю, мне очень приятно, я тоже хотел тебе сказать, будешь идти домой, купи хлеб, да, все, пока. Будет очень неловко перед съемочной группой, но на самом деле самая неловкая ситуация в жизни, это, наверное, когда ты приглашаешь девушку на свидание, которая тебе очень нравится, которую ты пролайкал все фотографии ее в Инстаграме, ты приводишь ее в самый дорогой ресторан, ты надеваешь самый красивый костюм, вы выбираете самые вкусные блюда, вы беседуете, ты весь вечер рассказываешь ей, какой ты перспективный, какой ты удачный, какой ты богатый, а потом в какой-то момент... К тебе подходит кореец в очках, начинает трогать тебя за лицо. И говорит: это не он. А ты Игорь. Все, друзья, спасибо. Это был очередной выпуск стендап-шоу на телеканале ЗОР ТВ. Меня зовут Камил. Всем пока, увидимся.